Мурена также один из постоянных обитателей коралловых рифов. Встреча с ней почти всегда происходит неожиданно. Правда, в большинстве случаев можно увидеть только ее голову. Вечно с открытым ртом, с тонкими острыми зубами мурена производит впечатление, готовой укусить любого, кто приплывает рядом. С длинным носом, скошенным подбородком, глазами на выкате и огромными ноздрями мурена никому не кажется дружелюбно настроенной. Ее змееобразное туловище, часто скрывающееся в расщелине, пробуждает в вас первобытный страх, особенно если знать, что мурены могут достигать 3-метровой длины. Приближаться к такой не хочется. И правильно, лучше ее не дразнить. Укус мурены может вызвать заражение. Однако полезно знать, что рот мурены постоянно открыт для того, чтобы дышать, а не кусать. Она всасывает воду в рот, а выбрасывает ее через 2 полости по бокам и чуть сзади головы. Это вентиляционные отверстия, из которых выбрасывается морская вода после выделения из нее кислорода. Рацион питания мурены восторга также не вызовет. Она главным образом употребляет в пищу падаль. Это, конечно, полезная для подводного сообщества деятельность, не улучшающая при этом имидж самой мурены. Не всегда средства защиты рыб можно определить невооруженным взглядом. Некоторые для защиты от хищников используют яд. К этой категории относится мурена. Она обладает секретным оружием. Кровь мурены ядовита. Съедобно лишь мясо.